Всем здравия, снова я опять, Роман Головин. Сегодня сверхрадостная новость, лично у меня в жизни. Я думаю, после прослушивания этой информации у вас тоже будет очень светло на душе. Буквально полчаса назад, работая с Анастасией, да, мы узнали, что сущности хотят ускорить развитие человечества. То есть, по их плану мы отстаем от развития. То есть, процесс развития Земли ускорился, а мы немножко не успеваем. И таким образом, в течение следующих 2 месяцев сущности предоставляют услуги по ускорению душевного развития. То есть во время медитации мы гораздо быстрее можем ускориться в своем развитии. В 10-20 раз. И в такое же количество энергии мы можем получить. То есть прописывается это все за несколько дней. В следующие 2 месяца мы усиленно развиваемся. И, естественно, в 10 раз быстрее все это открываем и выполняем, да, по своей душевной программе. И я думаю, что это супер радостная информация. И вот это ускоренное развитие, оно нам дает очень много положительных эмоций. Поэтому обращаемся, будем максимально много с Настей работать. Постараемся, вот, чтобы за эти несколько дней все, кто смотрит наш канал, все, кто духовно, душевно развивается, понимает, что это такое, что это бесценное время. И сейчас есть шанс ускоренно, очень быстро развиться. И я когда слышу эту информацию, мне прямо аж не по себе становится, аж мурашки по телу бегают. Пишите в личные сообщения и, естественно, будем прописывать и двигаться дальше с вами. Успехов, всех благ, всего доброго, до свидания. Увидимся в новых видео.